Сегодня готовим английские маффины. Это не сладкие булочки, которые пекутся на сковороде. Итак, нам понадобится 450 грамм муки. Сюда добавим 1 чайную ложку соли. Все перемешать. Теперь добавляем 1 чайную ложку дрожжей. Я использую дрожжи, которые не нужно предварительно замачивать. Добавляем немного теплой воды. Двадцать пять грамм растопленного сливочного масла. И оставшуюся воду. Всего я использовала 300 мл воды. Замешиваем тесто. Его нужно вымесить руками приблизительно 5 минут. Кладем в миску. Накрываем пленкой и ставим на час в теплом месте, чтобы тесто удвоилось в объеме. Готовое тесто делим на небольшие кусочки, формируем шарики и обмакиваем их в кукурузной крупе. Сложить их на противне, накрыть влажным полотенцем и дать подойти 20 минут. Жарить маффины нужно на маленьком огне, постоянно переворачивая, приблизительно 10-12 минут, чтобы они поднялись, а верх и дно стали золотистого цвета. Вот маффины готовы. Подают их на завтрак теплыми, с маслом или джемом. Холодные маффины можно разрезать и поджарить в тостере. Также маффины используют как основу к королевскому яйцу. Приятного аппетита!